Этот экспериментальный экипаж называется «Пума». Английское сокращение от Personal Urban Mobility and Accessibility. Дословно что-то вроде «Персональная подвижность и доступность для города». Экспериментальное транспортное средство разработано General Motors совместно с компанией Segway. До этого Segway заработала известность как один из лидеров на рынке электромобилей и скутеров. «Пума» также стопроцентный электромобиль. С помощью электричества осуществляется также торможение, ускорение и повороты налево и направо. Однако автомобилем этот аппарат назвать сложно. Некоторые журналисты уже успели классифицировать «Пуму» как авторикшу. Прототип, который вы видите, может развивать скорость до 56 км в час. Длина пути на одной зарядке литий-ионных батарей – 56 км. Подзарядка осуществляется от стандартной электрической сети в течение 8-10 часов. Кроме того, аккумулятор подзаряжается во время торможения. «Пума» способна перевести двоих человек. Среди прочего, на прототипе испытывается система коммуникации от машины к машине. Таким образом, владельцы «Пум» смогут общаться между собой. Другой вопрос, зачем это нужно. General Motors намерена начать производство «Пумы» в 2012 году. Ожидаемая стоимость в районе четверти от обычного автомобиля.